Ребята, всем приветик, и это трейды на вот такого прикольного питомца, как не он, вот этот вот, короче, леопард. Он у нас из пони-паса, и вообще этого леопарда получить очень сложно, да еще и прокачать, так как это легендарка. Поэтому, ребята, оставайся со мной и досматривай это видео до конца. Ну а перед началом давайте узнаем, где же купить робукс выгодно. Обязательно оставайтесь со мной, ведь после рекламы будет для вас крутой конкурс. Давно мечтала о робуксах? Тогда заходи на сайт RubyGG. На этом сайте вы можете купить робуксы по самому лучшему курсу. Например, 400 робуксов стоят 275 рублей. А еще на RubyGG вы можете получить робуксы бесплатно. Делись с друзьями своим промокодом и получай робуксы с первой покупки друга. Также прямо сейчас на сайте проходит масштабный розыгрыш на 200 тысяч робуксов. Не пропусти возможность выиграть робуксы и сделать это лето ярче, выполнив простые условия для участия. Покупай робуксы дешевле, чем где-либо. Лучший курс на рынке, моментальная отправка робуксов после оплаты, круглосуточная работа сайта – все это на RubyGG. Ссылка на сайт будет в описании. Итак, ребята, ну а теперь хочу сделать для вас конкурс. Чтобы поучаствовать в конкурсе на вот такую вот райд-улиточку, вам нужно выполнить несколько условий. Первое – это подписаться на мой канал Банчикс. Второе – поставить лайк на это видео. Третье – включить уведомления на этот канал, поставить колокольчик. Ну вот и все, все условия я уже сказала. Ну а ты не забывай в комментариях писать свой ник в Роблоксе, ведь так я не найду победителя. Точнее, будет выбирать рандомно бот. Поэтому выполняй все условия. А еще хочу выразить огромную благодарность моему подписчику, который одолжил мне как раз-таки этого леопарда, да еще и подарил мне подарочек. Спасибо ему огромное, мне очень приятно, и из-за него как раз-таки выходит это видео. Если бы он не одолжил леопарда, я бы его не нашла и не сняла бы трейды. Поэтому спасибо ему огромное, но мы принимаем и бежим трейдить уже этого леопардика. Вообще, подписчику предлагали вот такой вот трейд, который вы сейчас видите на экране, поэтому этот леопардик еще ценится достаточно хорошо на тот момент, пока я трейдила. Ну а мне в первом трейдике предлагают неон райд полярного мишку, ребята. Это олдовский питомец, и вроде как он даже из Крисмас яйца. Но этот мишка, не думаю, что слишком хорошо ценится. Наверное, он сейчас оценивается как черепашка, может даже меньше, не знаю точно его цены. Но думаю, что примерно так. Но наш леопард ценится не на черепаху, а на целую неон черепаху. Поэтому я считаю, что нужно, конечно же, отклонять. Но как первый трейд, мне кажется, достаточно прикольно. И уже будем знать, что дают уже больше неон полярного медведя, поэтому продолжаем смотреть дальше трейды. Во втором трейдике уже дают не просто полярного медведя, который примерно ценится на черепаху, а уже черепаху, но она еще и без зелий. А это значит, что она более эксклюзивнее, более цене, так скажем. Ребят, ну это достаточно прикольно, но черепаха это пока что мало. Думаю, потом этот питомчик обесценится, и это будет прекрасный трейд, но пока что это маловато, так что мне придется отклонить этот трейд. Но здесь дают мега обычного питомца, ребят. Ну это точно мало, надеюсь, даже эта неонка не докатится до такого, чтобы обесцениться до вот такого мега обычного питомца, ребят. Ну это мало, сейчас это точно мало, на неон черепаху. Этот динозаврик в меге точно не ценится. Поэтому, конечно же, нужно отклонять, ребят. Но это прям вообще мало-мало. Следующий трейдик тоже такой себе, потому что дают здесь две райделики, две райд-легендарки, дракончик и лань, и еще яичко. Вот такое вот королевская пустыня, ребят. Но это маловато. Это, наверное, тянет на рублей 100-120, ну точно не на неон черепаху. Поэтому я считаю, что этот трейд, конечно же, нужно отклонять, так как нам предлагали намного больше. Например, черепаху без зелий. Это намного круче. Ребята, но этот трейд уже такой ничего себе. Мне предлагают мега легендарку. Это мега флайрайд, вот такой вот красный дракончик. Да, он не супер ценная легендарка, ребята, но уже мега легендарка. Это реально прикольно и почти арктик олень. Ну там вроде нужны добавки, чтобы получить арктик оленя. Но все-таки, ребят, это уже лучше, чем черепаха. Мне кажется, реально прикольно. В будущем это вообще будет мега вин, поэтому, ну вообще можете соглашаться. Но я пока
пока что не хочу, поэтому отклоню этот трейд. Пока это маловато, но в будущем, ребята, я уверена, что это будет супер-мега-вин. И, ребята, переходим к следующему трейду, и здесь дают райд Арктик Олени, ребят. Но это вообще, наверное, самый лучший трейд, который мне предложат в этом видео. Ну, райд Арктик Олень — это реально прикольно, ребят. За неон легендарку это вообще супер и будет вообще мега вин. Но пока что, ребята, в принципе, думаю, что этого неон райд леопарда я могу обменять на неон черепаху. Ну, думаю, подписчик найдет трейд, потому что я не затрейдила этого питомца. Но надеюсь, подписчик найдет больше, чем Арктик Олень, ведь вначале он уже находил намного больше Арктик Оленя. Так, в следующем трейде мне предлагают неон флорайт вот такую легендарочку, но она не особо ценная, и флорайт вуверн. Ребят, ну это мало. По сравнению с Арктик Оленем и мега красным дракончиком, конечно, это мега мало. Этот человек еще писал плиз в чат. Конечно же, я отклонила, но потом он добавил свои рандомки. И, конечно же, по его логике все должно поменяться, и я соглашусь на этот трейд. Но на самом деле так не работает. Рандомки у него, конечно, еще такие себе, поэтому, конечно же, я не меняю решение и отклоняю его второе предложение. Здесь тоже, конечно, прикольные питомцы. Флорайт Скиллерекс, Райт Дракончик, Райт Бизнесманки и Райт Джинджер. Ребят, но это мало, мало сейчас для этого неон Райт Леопарда. Сейчас подумайте, что я какая-то зажатая, но, ребят, это да. Это мало за Леопарда неонового, пока что это мало. Отклоняем. Так, ребята, а в этом трейде мне предлагают опять медведя, но уже не беленького того полярного, а вот такого вот бурого. Но если не ошибаюсь, бурый медвежонок ценится поменьше. Он у меня есть в меге. Если честно, это очень хардовый питомец. За него искать нормальные трейды, считай, невозможно. Поэтому этот трейд тоже такой себе, но не он рейд. Мишка тоже довольно-таки прикольный питомец. Итак, я зашла на другой сервер, где трейдится именно в пещерах, там по валютам, да. Думаю, что мне предложат нормальные трейды, потому что сейчас он в цене в валютах нормально так. Но, ребята, пока мне предлагают Мега Райт Гост Волка. Ну, такое себе, ребят. Мега Райт редкий питомец. В принципе, думаю, в будущем будет и нормально. Но сейчас пока что нет, и человек написал типа это, либо же заменить. И решила мне заменить на Мега Райт Корги, ребят. Но это уже покруче, так как Корги — это ультраредкий питомец. Уже не так плохо. Но все же не знаю. Мне кажется, что трейд с Арктиком, конечно же, получше. Ну, тоже вообще такой себе трейд, потому что, ну, прям реально трейды не кидают на этих серверах. Прям вообще очень долго ждешь и получаешь вот такие трейды. И последний трейдик в этом видео — это неон флорайт Чикатрис. Ну, она необычная, что хочу сказать, мало, ребята, это маловато по сравнению с тем, что давали и могут предложить. Поэтому, конечно же, на неон Чикатрис не нужно соглашаться. Мне кажется, даже это и в будущем будет мега луз, потому что гепард — это неон легендарка. Ну, в общем, ребята, на этом трейды подходят к концу, а это значит, что видео тоже подходит к концу. Обязательно не забывай подписываться, ставить лайк, переходить в мой телеграм-канал. Ну, я тебе желаю удачи и до скорых встреч на моем канале. Пока-пока!